Целлофановые пакеты вместо рыб и пластиковая посуда, заменяющая уток. Так сейчас выглядит пруд, который местные называют Шереметьевским. Живности здесь уже не встретишь. Жители рассказали, что на рыбалку давно никто не ходит. А было время, когда ситуация была с точностью да наоборот. Рыбу мой сын тут ловил. То есть здесь даже рыба была? Да, да. А что за рыба? Протаны, караси даже были. Во время половодья мы корзинами ловили эту рыбку. Поставим, она такая мелкая всякая была, да. Но были чистые пруды, а сейчас они же очистные сооружения идут сверху. Возможно, и рыба не водится таких. Местные жители говорят, что пруд хотели неоднократно чистить. Правда, это всегда были идеи, и до реализации не доходило. Пруд был неглубоким, вспоминают жители. В детстве многие из них ходили сюда купаться. Рядом на берегу находилась танцплощадка. А запустили все лет 15 назад. Потому что вот забит вот этот проход, что с него ничего не течет. Все там остается, любая мелочь, и крупные, соответственно. И там дальше тоже труба под дорогой, постоянно забитая. На карте и навигаторе Шереметьевского пруда нет, отмечен только ручей. Раньше это был целый каскад. Были пруды не только этот, а был пруд еще чуть выше, а не каскады прудов. Начиная от детского дома и вниз сюда. Потому что был совхоз, были агрономы и были ответственны за эти пруды. Они занимались очисткой их. А сейчас все заброшено до такой степени, что здесь даже неприятно ходить, грязь такая. Через Шереметьевский пруд сначала перебрасывали деревянные мостики, но их быстро ломали. Сейчас лежит мостик железный. И это, по словам жителей, единственное благоустройство. А дорога по мосту единственная, чтобы пройти к магазинам и остановке 20-го автобуса из Шереметьева. Альтернатива такого пути – только обочина дороги. К Шереметьеву все ближе подбираются новостройки. Люди говорят, что пруд и прилегающая территория могла быть хорошей зоной отдыха. Но только убирать его никто не хочет. Собирали субботники, представительство наше. Организовывали, собирали, чисто было. А сейчас вот за зиму опять, видите, какая гадость. Конечно, хотелось, чтобы кто-то привел его в порядок. Но нужны, наверное, какие-то спонсоры. Черезовский пруд, который находится недалеко от Шереметьева, очистили. Убрали мусор, облагородили, а про это место забыли. И в черте города остается темное заросшее место, в котором люди в состоянии опьянения ходят одной дорогой вместе с обычными жителями и детьми. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».